цаплю. Действующие лица. Женщина номер один боится оставаться одна. Женщина номер два боится стульев. Мужчина боится женщин. Стул! Просто обычный стул. Почти. Действие происходит в квартире с общим залом и двумя комнатами. Кладовка, туалет. Женщина номер один, заслуженная обладательница самого мощного страха на планете, который сейчас она демонстрирует перед зрителями. Рядом с ней лежит пустая бутылка. Женщине номер один очень страшно. Страшно так, что от ее мощного чувства страха внутри везде начинает бегать свет. Все начинает дрожать. Двери в зале. Сквозняком сносит. Дрожит квартира, дрожит потолок. Зрители дрожат. Все сотрясается, пока в дверь не постучали. Прощай, подруга! Почему ты не сказала, что у тебя дома есть?
щири. Я покажу лапу. Женщина номер два не смогла обойти стул, чтобы выйти из квартиры, поэтому спряталась в туалет. Подруга, открой! Открой, пожалуйста, ну мне страшно! А стул? Рядом? Да нет, я его выкинула, пожалуйста, открой! Раздался стук. За дверью мужчина. Женщина номер один еще сильнее запаниковала. Боимся.
Я стул, это круто! А ты, блин, мужик и кто? Это женщины! Что же бояться-то? Они! Могущественные и очень опасные. Это ты, тряпки беспомощные. Были бы женщины ведрами, тогда бы еще ладно, можно и тряпки побыть. Но женщины и не ведра. Женщин брать нужно и воспитывать. Не бояться их. Утю-тю-тю-тю-тю-тю, зайка-киска, рыбка, птичка моя. Где твоя тряпочка помыть мною полы, ободрить меня ноги? Ой, там соседи пришли. И, наверное, тоже ноги грязные. Пусть меня выйдут. Я же идиот. А ты иди, конечно, куда захочешь. Я же твой водичий Витико. Посижу перед дочкой, тебя подожду. Да, конечно, жди здесь, без меня. Только телевизор не смотри. Не кушай, глаз в двери не отводи. Не дыши и смотри, не накапай тут нигде. Тебе ничего нельзя, потому что я так хочу. Я это главное. Так что я пошла, поцелую мою подошву, пока будешь ты сраный. Так, ты узнаешь однажды, что она неверная. Она неправильная, потому что до тебя ее кто-то для тебя, лишь кто-то для тебя решал. И тебе нужно переживать. Ну да, до тебя не дошло. Ну, до тебя это же не дошло с первой, со второй не дошло, с третьей не дошло, с четвертой не дошло. Чем понять, в чем дело и почему они уходят от тебя, ты просто решила всех возненавидеть. Ну, теперь тебе легче просто избегать их, чем самому измениться. Мудрый стол. Мебель здоровый стол. А ты вообще, вот ты, с 3 лет. До сих пор не можешь оставаться одна. Вот дед меня для этого и создал. Но ты оказалась тупее, чем я думал. Только раз на меня села. Что раньше ты молчал? Ты что, дура, я стул. Слушай, какая ты тупая баба. Меня сейчас стул оскорбил. Ты же совсем страх потеряла. Теперь поймите, что ваши страхи вас контролируют и берут над вами верх, отграждая вас от людей, от этого ваша душа заполняется одиночеством. И то, что вы боитесь, да что тут говорите? Давайте лучше к концу. И все начали радостно танцевать какой-то неадекватный танец.